другой стороны, мусульманин никогда не осквернит свой дом кровью. С того момента, как вы находитесь в кислоте, вы гость. Убить гостя, даже если он неверный, харам. Поэтому запомните, до того момента, как вы в кислоте, вы в безопасности. Но после того, как вы пересекли границу кишлака, тот самый хозяин, который поил вас 5 минут назад чаем, может выстрелить вам в спину. Это ступенька в рай. Я рассказываю это для вас.